Для меня Валерий Меладзе — это, конечно, самый позитивный человек из всех моих друзей. Он даже гадость делает кайфово. 5 лет назад мы снимали клип, посвященный чемпионату мира. А, да, это хороший. Да. Ну, Валерка красавец, футболист, была команда «Старко». Александр Мостовой прекрасный. Вова Крестовский прекрасный. Я тоже прекрасный, но меня почему-то поставили на ворота. Я страшно отбрыкался от этого счастья, потому что, ну, я из большого спорта ушел очень давно. Я уже рассказывал историю. Ирина Роднина, промахнувшись мимо мяча, попала мне ногой между ног, и я сказал, что спорт — это не мое.